Добрый вечер, Ташкент. Сегодня 8 декабря. Здесь выходной день, день Конституции. И зима здесь берет обороты все больше и больше. Вот очередной выпал свежий снег. Ты подумай, что мы не в Ташкенте находимся, а где-то в сибирском городе или в российском городе зимой. А это Ташкент. Все говорят, Ташкент жаркий город, а здесь мерзнем уже какую неделю. Не неделя, а вот первая неделя. Снегопад. Вот твоя первая неделя вот такая. Ну, говорят, на следующей неделе снег попал. На следующей неделе будет потепление до плюс 5, а может даже и больше. И все это растает. Поэтому я думаю, что для жителей, которые говорят, что это впервые такой снег за многие годы, и который не тает, обычно сразу выпадает и тает, а этот мало того, что не тает, он так плотно лежит, и на ближайшие 2-3 дня обещают вообще морозы по стране до минус 20, а по городу до минус 10. Кстати, как радуется, смотри, кстати, сегодняшняя, вот как раз сегодняшняя ночь с 8 на 9 декабря обещает быть морозной. Вот люди выходят, смотрите, молодежь выходит с курсов очередных, которых здесь миллион, в каждом доме по 2-3 офиса. Курсы иностранных языков, английский. Здесь Cambridge Center. Видите? А мало того, что здесь сверху учится молодежь, а внизу учатся Cambridge Kids. Дети. То есть, я так понимаю, повальное увлечение английским языком связано либо с его знанием, либо побыстрее выучить язык и уехать дальше. В каждом доме по одному, по одному. Ну вот, это большой, представляете, центр. Причем это... Они занимают самые хорошие, самые дорогие по аренде места. Это центр города, да? Здесь такие просто гигантские офисы по изучению языков английских. Именно английского, да? Не французского, не испанского, а именно английского. Поэтому... И они не дешевые. Не дешевые. Но вот снег продолжает идти. А за городом вообще здесь же курорт есть, как называется? Курорт. Где? Амерсой. Это сейчас будет лучше, чем Красная Поляна. Но не лучше, но... Лучше. Здесь настоящая зима. Ну где такая зима? Как можно было думать, что в Ташкенте такие зимы? Можно... В Кирдове столица летней. Лето, но столица зимы. Мы идем в магазин. Магазин купить кое-что. Для дома, для еды, на ужин. Надоели пока время на рестораны. Вот, надо... под ногами может быть лед. Вот, видите, народ к вечеру тоже разошелся. Было днем пусто, кстати. К вечеру все, видимо, начинают по гостям. Хотя завтра рабочий день. Здесь очень интересно, сегодня праздник, а завтра пятница, рабочий день. Поэтому странно. Они как бы, говорят, субботу они будут отрабатывать за сегодняшний день. Поэтому если у нас они праздничные дни по полной, а то здесь за эти праздничные дни по выходным, как это называется, отрабатывают по субботу. Так что вот магазин Smart. Это типа приложение к местному магазину «Корзинка». Это как дискаунт, где дешевле, но дешевле. Ну ничего не дешевле, цены одни и те же. Он небольшой магазинчик, это типа магазин, как типа магазин у дома. Расскажи про сыры, это очень интересно, что сыры по одной цене, а разные, смотрите, это же гениально. Да, здесь, кстати, да, вот расскажи вот это, смотри. Сыр 16 месяцев, 12, 10, и вот видите, цена будет одна. Это удивительно, такого не может быть, например, в России. 39,990. В России, если цена про 16, дороже, чем 12, правильно? Там 20, вот 20 лет там где-то. Не лет, месяц, ну, лет. Месяц, какая разница? Корзинку надо. Кстати, мы это возьмем, сырок, вот сразу. А да, вот это будем брать, покажи. Самое лучшее, что здесь всегда есть. Да, очень вкусное. У нас уже, мы его купили, у нас его весь съели дома. Что маслины еще? Какие-то вот турецкие. Почем? Показывается, а за людям интересно, почем? Люди что не понимают, каких этих... Это 18 тысяч сумм. Ну и сколько это в долларах, ты знаешь? Доллар переводили, я плохо считаю, я с ним цепляюсь. Ну, такая чушь такая. Что еще надо взять? Покажи, что здесь есть, и что мы еще можем взять. Молочка средней, так сказать, не такая уж суперская.
А, да еще пойдем мясо возьмем. Масло. Соль покажи. Яблоки, кстати, цены очень хорошие. Ну и понятно, что это местные яблоки. Вот курма. Это где-то получается $10. Ой, пардон, не доллар. Доллар. Курма доллар. Это чуть попроще. Вот, лимоны весовые. Это местные. Турецкие. Турецкие. Это местная груша. Местная груша. Гранат покажу. Тайский мандарин. Местный гранат. Местный. Ну, это больше для сока. Вот отборный. Видите, какой расхожий. Пакетики продают сразу, да? Пакетики. Горные. Кстати, возьми. Взять, да? Ну, а еще погрызть-то можно. Виноград покажи, сколько стоит. Горчики, огурчики. Кстати, смотри, помидоры, считайте, почти $2 килограмм. Нормально? Знаете, что самый интересный? Как это называется? Исрык. Исрык. Это не исрык. А как-то не исрык это, да? Нет. А что это такое? Еще. Никто не знает. Вот, смотри. Мне кажется, это исрык. Не исрык это, нет? Я не знаю. Спросим потом у них, может они что-то расскажут. Это огурцы. Смотри, а это морковь желтая, знаменитая желтая. Она не знаменитая, просто для здесь плова. Ее кладут плов. Для плова. Потом нашли, когда будешь готовить, тебе будет сниматься, а будешь... Порезанная морковка, чтобы самому не порезаться. Пошли порезанный сам. Чеснок. Вот сам имбирь, корень имбиря. Вот кабачок. Вот соки. Соки, естественно, дешевле, чем в России. Есть, естественно, черноголовка на тахтаре. Все виды напитков. Кока-кола, смотрите, сколько стоит. Кока-кола, железобетонный банк. Опять, знаете, сколько стоит банк? Банка Кока-Колы плюс-минус стоит порядка 30 рублей. А смотри, пепси-колы и Кока-Кола одинаковые. 30-35 рублей стоит на баночке. Давай я буду держать, а ты будешь мясо. А корзину нельзя взять? Давай возьму корзинку. То есть ты возьми корзинку, а я буду жидать, положу. Удобно мясо не забудь только взять. А то пока мы снимаем, забудем, что надо мясо вам здесь ставить. На, держи это. Держи, держи. Yes. Все, покупай, а мы людям покажем. Может быть, им что-то еще интересно. Вот покажу курсы. В банках я имею в виду. Что еще интересное показать? Местные, кстати, местного производства вяленые томаты. Ой, вообще гениально. Местное производство. Через банку видно, что вкус. Вот они, видите. Надо попробовать как-нибудь. Еще раз здрасте, еще раз здрасте. Покажем, что у вас изобилие. Мясо есть? Мясо, да? Есть у вас? Мясо есть? Мясо? Мясо? Курица, да? Это курица, да. Это говяжья. Ну, это долго, да, наверное, жесткое, да? Мясо. Ну, отбивать надо, да, наверное? Картошка будете жарить? А просто на сковороде. Долго? Сковороды, если газ нормальный, то долго не будет. Электроплита. Да, электроплита долго будет. Долго, да? Да. Слабая, да? Да, электроплита слабая. Чем газ слабее? Только курица, да? Да, если быстрее готова, хотите, курица есть. Давайте. Готовый гриль есть, если хотите. Тоже там есть. Горяченький, давай. Сочный. Спасибо. Гриль-то возьмем. Туда дайте нам? Да, да. Вместе с вами, да, или как? Да, да. Иди, Владислав, я ну, тоже иду. Вас. Вот я пока яйца посмотрю. Сейчас я тоже бегу. Это не готовый. Просто яйца. Такие вежливые, аккуратные продавцы. Видите, все подскажут, по-моему. Не отправят тебя, что ты сам вышел, а тебя идут, помогают. Но здесь все это известно. Гостеприимство, внимание людей, это просто фишка Узбекистана. Это единственная страна в мире, наверное, такая. Может, еще, правда, есть. Но мы их не знаем, Узбекистан мы знаем. Четыре человека. Хватит.
О, новогодние игрушки, хлопушки. Так самое поменьше, выбери. О, новогодние. Бери же, что самое вкусное. То есть это будет горячий, да? Горячий, да. Ну, это курица, да, петуха не надо, он сухой. Вот, спасибо за добрые советы. Вот люди всегда друг другу помогают здесь советом и делом. Что там еще, будем что-то показывать? Не знаю, ну... Вот я что-то показываю. Ну, все надо показывать. Все всегда интересно. Вот я сам смотрю же интернет, YouTube, всегда мне интересно, что там показывают, чего показывают. Ну, в следующий раз, второй сеть. Вторая серия. То есть все выключать, что ли, прямой эфир? Да? Ну все, выключаю. Друзья, всем хороших покупок.